Огромная рубаха, плавают в нем только, вернее, ходят в нем только взрослые люди, достаточно здоровые, как вы видите, по рубахе, да? И используется это снаряжение с 1850-х годов. Используется оно до сих пор, это снаряжение тоже рабочее, у нас плавают в этом снаряжении, вернее, ходят водолазы по дну, для того, чтобы они приезжают с разных стран, заказывают нам такую развлекуху, мы их одеваем, сопровождаем, делаем подводные видео, они ходят по полигону, как водолазы, испытывают те эмоции, ощущения, которые пробовали водолазы, которые работали в таком снаряжении. Это снаряжение... Безопасно, нет? Нет, это полностью безопасно, там все под контролем. Все снаряжение вместе весит 78 килограмм, представляете? То есть, когда вы полностью одеты, то есть, когда водолаз... Да, дышит он с наружным воздухом, да. Да, получается? Воздух подается по вот этому шлангу, видите? Он подается с помощью там системы определенной, то есть из баллона сжатый воздух, идет постоянная подача. Здесь внутри шлема, видите, у водолаза есть связь, то есть вы можете разговаривать, специальная станция есть, то есть человек, который находится снаружи, с вами разговаривает, общается, говорит, идите направо, идите налево, что-то там делаете. Здесь находится еще такой клапан, видите, вот эта штука, это клапан. И в эту рубашку через вот этот шланг подается постоянно воздух, то есть он идет постоянно. И лишний воздух, он раздувается, соответственно, и водолаз что делает этим клапаном? Он этот воздух стравливает.